1160 рублей 50, 1160. И как жить, типа, да? 60% дороже станет газ, вода не знаю на сколько процентов. Свет я не знаю, на сколько процентов подорожает. И как жить дальше, да? С первого числа, как хочешь, так и живи. На трусы не остается, трусы, блядь, заплата. Вот тут заплату ложи, блядь, и перевезли. Все, вся твоя жизнь, блядь. Ну, то ж такая хуйня. Вот так вот. Ясно. Все, все доброго. Ну, а что там про сепаратизм, про этот? Да я не знаю. Что там в Одессе, вы не видели? Ты знаешь, меня не интересует. Новости, новости. Не интересует меня. Своя жизнь интересует, да? Я знаю про свою жизнь. Зачем мне говорить о чьей этой жизни? Что в Одессе? Это я в Одессе был много-много-много раз в командировке. Ездил я по работе. Хорошо. Одесса есть Одесса. Одесса, блядь, это город, блядь. Евреи. Украинский, чисто украинский город. Бывший город Хаджибей. Хаджибей он и называется. Так назывался? Хаджибей назывался. Турецкая крепость, бывшая турецкая крепость. Вот тебе, пожалуйста. Ну, Хаджибеевский лиман же остался, все полностью осталось. Кук тот, ну, первый открыватель Одессы якобы. Я не знаю вообще бы никакого вмешательства. Никогда там, ни русские там никогда не заводили, блядь, Суворова. А что там, допустим, про нее говорить, я не знаю. Ну это ж типа Потемкин что-то там орудовал, да, на Херсонщине. Потемкин это совсем другое. На Херсонщине там в Одессе. Он же прошел же Херсонщину. Ну, да. А Херсонщина слишком длинная. Слишком длинная Херсонщина. Это взять с Херсона, это я работал, допустим, в Каланчаке, Херсонская область. Каланчак. Это рядом Харлы, рядом Черное море. Рядом. 22 километра. Северо-Крымский, старый Северо-Крымский. А я к тебе душе ходил. Ясно. А кто открыл? Никого.